Світлана Полянська – стиліст, іміджмейкер, ведуча майстер-класів. Стильні секрети особистої привабливості. Розкриває кращі риси у людини за допомогою відповідних образів. Так, доброго ранку вам. Знову приємно вас зустрічати у нас зранку. Отже, сьогодні будемо говорити про тренди, а особливо про звіриний принт, який знову повернувся, який просто дівчата починають знову скуповувати, комусь це в радість. Чоловіки, можливо, хапаються за голову, бо знову доведеться бачити ці леопардові лосини, там куртки. Ну от що з цим робити? Давайте спочатку розберемося з цим тваринним звіриним принтом, який зараз найактуальніший, в чому найкраще його поєднувати і з чим, от в такому плані. Доброе утро всем. Во-первых, сам алгоритм подбора любого принта должен быть таким. Мой типаж, моя фигура, мой фасон, мои черты лица, либо они крупные, либо они тонкие, либо они округлые, либо они острые. И только тогда мы подбираем какой-то принт. И еще учитываем наш цветотип, нашу температуру внешности. Это теплая внешность, либо она холодная. Если брать леопардовый принт, который, в принципе, никогда из моды не выйдет на самом деле, просто меняются фасоны, меняется цвет, вернее, не цвет, а сама подача, да, вот этого принта, на какой ткани он расположен, каким образом, кстати, цвет даже тоже он меняется. Вот, поэтому... Леопард меняет колер? Цикал. Да, кстати, да, в этом году леопард не только в своей традиционной раскраске, он сейчас используется и в черно-белом, и в синем каком-то, каком хочешь. То есть сейчас можно, да, как угодно его интерпретировать. И опять же, холодная внешность, значит, мы берем черно-белый принт. Если у нас теплая внешность, значит, мы берем оранжевый принт. Если мы хотим традиционный леопардовый принт, а у нас холодная внешность, значит, мы должны учесть свой макияж, который будет с этим гармонировать. То есть вот эти вот моменты аналитические надо провести для того, чтобы себе надеть этот принт на себя. То есть алгоритм должен быть именно такой от себя идущий, а не мы видим, например, эту вещь, вот она модная, все равно какого она фасона, мы на себя ее будем надевать. Это по-другому нужно. Тобто не бежите за моду, так? Не хапайте все підраз полиса, ж придивлятись до себе і підбирати під свій кольоротип, щоб воно на вас добре сиділо, так? І в таких речах не вийдеш без макіяжу, просто вдів і пішов. Тут обов'язково варто продумати весь свій образ, так? З чим краще за все поєднувати ці принти? Можливо, які вони зараз найактуальніші? Там і зебри, і леопарди, і тигри, боже, і різні вони є. І з чим краще не поєднувати? З чим його взагалі краще навіть поруч не ставити, цей принт? Да, сезон охоти почався. Сейчас вышли на арену все. Сейчас очень актуально и зебра, и питон в разных тоже оттенках. Самое первое, на что нужно обратить внимание, это, конечно, свое лицо. Романтические лица, очень светлые лица, такие нежные-нежные. И леопард не совсем совместимый у лица. Если вы сильно хотите этот принт, наденьте его, возьмите его в аксессуар, либо в обувь, либо в сумку, либо в пояс. То есть какой-то отдельный аккуратный акцент. У лица этот принт будет идти людям, у которых восточная внешность, яркая внешность, контрастная внешность, крупные черты лица, например, Ким Кардашин, вот такого плана девушки, Моника Белуччи, то есть яркие такие, вот когда восточинка есть в лице, очень красиво будет у лица, или, допустим, очень крупные черты лица, очень тонкие черты лица, худенькие девушки, которые вот более такие вот маскулинного типа, да, им будут идти либо тонкие вот леопардовые какие-то там мелкие принты, либо это будет больше змеиный принт, либо это будет зебра, потому что у зебры как раз-таки вот эти горизонтальные изломанные линии, они будут идти к этим лицам больше. С чем сочетать? Главное помнить, что вот этот принт – это самый главный акцент, да? Если мы надеваем платье, ну, то есть если это платье, это очень большой объем, да? Большой процент в луке. Либо это какое-то пальто, либо это что-то очень большое, даже если это рубашка. Это один акцент. Больше добавлять туда ничего не нужно. Туфли, сумки, браслеты не треба леопарды, уже так принтовані. Уже не надо, да, не треба багато. Это будет too much. Опять же, все зависит от нашей жизненной задачи. Куда мы так надеваем эту вещь? Это, конечно, вечеринка, это куда-нибудь с друзьями, это куда-нибудь на свидание, опять же, если мужчине это нравится, если ему нравится вызов, провокация, риск. Вдруг мужчина в обморок упадет, тоже надо понимать, к какому мужчине идем. Это тоже очень важно.
и с другими принтами его лучше не совмещать. И если у нас леопардовое платье или леопардовая рубашка, пусть остальные цвета будут базовые, mm-hmm. немножко нейтральные, чтобы этот принт был на первом плане. Так, щоб його не заглушити, да. так, і щоб не було дуже багато, бо це да. іноді дуже страшно. Так, ну, ми зрозуміли. Я бачила, що навіть чоловіки вдягають такий принт. Чи це так? І чи варто взагалі їм до цього принту, на цей принт дивитися? Ну, знаєте, є там якісь і куртки, і рубашки. Чи краще все ж відмовитись? Все залежить від внутрішнього состояння чоловіка, опять же. Угу. Тобто є мода, а є стиль, є желання виділитися. Якщо у чоловіка є от, агресія внутрі, эпатаж, ему хочется привлечь к себе внимание, то, конечно же, он будет это выбирать. И когда мы видим человека, мужчину, особенно в таком принте, то мы уже понимаем, какие внутри у него качества, потому что он их активно демонстрирует. Угу, зрозуміли, так. Я сподіваюся, всі запам'ятали, що ми не женемось за модою, ми вибираємо під себе, дивимось. Якщо річ вам не пасує, то краще не думайте, що ви обов'язково вона потім десь на вечірці воно буде краще, так? І все ж краще придивлятися до свого кольору типу і взяти там, наприклад, якийсь гаманець чи браслет, аніж взяти якусь шубу, а вона вам просто не буде пасувати і висіти в шафі. Да. Тож про шафи, про гардероб, як розбирати, ми з вами вже говорили. Так, отже, цей принт є зараз, ну, просто у всіх на вухах, всі про нього говорять, дуже актуальне, але ж є ще інші тренди на осінь, зиму. Конечно. І каже, що і квітковий принт зараз дуже актуальний. І от що ще, які тренди, до чого варто звернутися, от розкажіть. Угу. Якщо так от по списку можна перечислити, угу. да, що зараз в тренді екомех, зараз угу. на настоящий мех, на натуральний, вже уходить тенденція, тому що багато модні дома почали відказуватися від натурального меха. Це в підтримку тварин, так? Да, да, угу. в пользу екології. Тому екошуби зараз дуже великий вибір, ми можемо сьогодні сейчас их спокойно носить и не бояться, что будем не очень хорошо выглядеть. Объемные рукава, оверсайз силуэты, многослойности. Плюс совершенно изменилась форма обуви. Это острый каблук и, вернее, наоборот, острый носок и широкий каблук. То есть это не закругленная обувь. То есть вот этот утрированный острый каблук, который, боже мой, носок, который хорошо так вытянут. То есть тоже вот какие-то агрессивные формы. И вообще стоит сказать о вот этой всей тенденции, почему она началась. Потому что мы сейчас живем в эпоху Инстаграма. Мы, по сути, все живем в телефоне, да? Так. Изменилось потребление, изменилось способ демонстрации нашего внешнего вида. Угу. И картинка должна эффектно выглядеть у нас на экране. В итоге, почему пришел этот оверсайз? То есть сейчас в моду пришел управляемый объем, можно сказать. То есть все коррекционные техники сейчас изменились. Если раньше для того, чтобы подчеркнуть фигуру, нам нужно было бы надеть что-нибудь такое облегающее, да, то сейчас наоборот, мы надеваем оверсайз и затягиваем это поясом. Мы надеваем крупный свитер угу. и подчеркиваем его манжетами. Мы надеваем блузку в стиле 90-х с большими такими буфами, рукавами. И опять же подчеркиваем манжетами, здесь подчеркиваем поясом, либо короткой длиной. То есть вот здесь акценты робимо, что у нас есть фигура? Конечно, конечно, то есть обязательно. То есть этот оверсайз, он призван на самом деле не спрятать сильно женщину, а наоборот ее подчеркнуть хрупкость внутри. Потому что когда мы большую вещь объемную начинаем собирать ее либо на талии, либо на рукавах, мы видим, что внутри девушка хрупкая, да, вот mm-hmm. здесь вот тонкие запястья, у нас есть талия. И вот эта хрупкость, она очень сильно подчеркивается через вот этот оверсайз. Так, оверсайз, розуміло. Якщо, дівчата, будете сьогодні йти по магазинам, дивіться щось таке от м'яке, таке велике, так, щоб просто підчеркнути свою хрупкість. Отже, ще дуже актуально, наприклад, серед теплого одягу я бачила, що зараз оці ходять кейпи, поні. Що, а також куртки кольору металіки, оці великі пуховики. Деякі кажуть, навіть є такі пуховики, як ковдри, що можна з дому просто вдів ковдру і пішов, і можна сказати, що ти просто модний. Отже, і таке теж входить, так? Моду дуже актуально. Да, воно вже почалося і буде продовжатися ще кілька років. Опять же, все йде от цієї ж самої ідеї, що от цей оверсайз, він показує нашу хрупкість внутрі, і ми повинні ефектно виглядіти зі сторони, іздалека. Тобто ми бачимо іздалека великий пуховик, человека там угадываем. То есть отсюда и идет. Если серебряный металлик, то он уже начинает выходить потихонечку. Ага. То есть если в этом сезоне мы еще его можем доносить, угу. то в следующем он уже будет не таким актуальным. Поэтому если серебряный металлик мы хотим купить именно сейчас, то лучше делать выбор в более таких базовых тонах, можно сказать. Или пусть это будет яркий неоновый принт, но это будет оверсайз силуэт.
Неоновые цвета сейчас больше входят в моду, чем металлик. Металлик виходить, неонові кольори входять, да. Тому якщо будете купувати, орієнтуйтесь на це, дивіться. І, опять же, надо орієнтуватися на наш статус, во-первых, на нашу жизненну задачу, що б ні було в моді. Пуховик одеяло, якщо ми працюємо в офісі, не завжди буде уместно під наш костюм, да, і, наприклад, наші туфлі. Ну, як жарт, можна спробувати. Да, буде прикольно. Ну, взагалі, да, дуже класна мода зараз. Наприклад, я дуже таку люблю, так, щоб воно було велике, але все одно не всім воно підходить. Конечно. Бо дівчата маленькі, худенькі, то їм буде дуже добре, а от якщо трошки більшого розміру, воно буде не дуже гарно дивитись. Чи варто теж таке обирати? Чи, можливо, в іншу якусь позицію піти, от якийсь інший одяг? Ну, опять же, сохраняємо адекватність. Оверсайз это уместно, опять же, для подростков, это уместно для молодежи, это уместно для студентов, опять же, какая жизненная задача. То есть люди, которые ценят комфорт, и у них уместен в жизненной задаче комфорт. Если женщина приятных, красивых форм, например, как Мерлин Монро, вот, и у нее жизненная задача, она работает где-то там в госучреждении, она работает в офисе, ну, априори такой пуховик просто будет неуместно. То есть лучше отдать предпочтение объемному пальто, опять же, с вот этими вот круглыми рукавами, с рукавом реглан. Точно так же мы будем сохраняться в моде, да, вот этот объемный рукав. Ограничить руку манжетом, либо под пояс этот пальто надеть, и будет девушка красиво смотреться, конгруентно, да, будет эффектно смотреться, но будет сохранять вот этот вот модный силуэт. Це круто. Ну, я сподіваюся, всі зрозуміли, всі запам'ятали правила, що як поєднувати, як купувати. Взагалі, я читала, що кажуть, що ця мода зараз дуже така смілива. От дівчина має так от заявити про себе, і вона має можливість, тому що багато речей зараз актуальних. Головне, правильно вибрати під себе, правильно придивитися і не бігти за модою, а відчувати її і вдягатися так, як вам подобається. Я нагадую, Світлана Полянська, стиліст-іміджмейкер, була сьогодні у нас в гостях, поділилась порадами. Дякуємо вам.